кто еще в то время был в Челябинске, ты не помнишь вот название, какие еще там? Эра какая-то была или кто там был? Эра, не. Вообще-то говорят, что сначала Эра назывался, да. А потом Ариэль. Я не помню, чтобы Эра мы назывались Эра. Не, не помню. Ну, а Ярушин, он в юности выступал в этом, в кафе часто. Это уже после... Да, у него был Аллегро, по-моему. Аллегро, да, был, да. Лев, а вот еще скажи для Саши, я ему сказал, он удивился очень. У вас же было в репертуаре, вы исполняли из Beatles, из Abbey Road, Come Together. Да. Слышал? Я не слышал в их исполнении. Нет, я говорю, слышал, да, подтверждение? Да, 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 да. Мы были там. Да, я слышал. Да. Я был на концерте там, и слышал эту вещь. Да, Левка играл на басу. Да, да, да. Мы, ну мы ее, я не помню, чтобы мы с ней где-то выдавали, выступали. Вы очень редко исполняли, один там, может, два раза. Да, потому что вообще вещь это очень сложно. Да, конечно. Конечно, в то время для нас было поэтому, очень, очень сложно. Слышал, мы снимали вот это вот все, да. Потом этот Deep Purple, это «Дым над водой», мы тоже пробовали там играть это вот. Это мы тоже как-то пытались сыграть, кто? Когда же Deep Purple... Они же к нам лет 5 назад приезжали в Екатеринбург, Свердловск, Deep Purple. Вот, и мы со Славой поехали туда специально, на них. Uh-huh. И вот этот, конечно, Гиллан уже тоже лет там много. Ну, вот, он уже, «Дым над водой», когда они играли, он после каждого припева уходил там, говорят, что якобы дышать кислородом уже, понимаешь, уже он, ну, вот. Ну, да, конечно, да. Возраст уже. Ну, ты знаешь, зал просто весь встал и вот, ком-то зовут. Слушай, мы еще раньше на ком побывали со Славой. Двое участников Дорс приезжали в Екатеринбург, и они собрали группу, взяли похожего на Моррисона артиста такого же, он выучил все песни и в такой же манере исполнял. И вот ты знаешь, просто вот так они там здорово сыграли все эти, весь репертуар Дорс. Так мы после этого, Слав, скажи, они через 2 дня в Москве выступали, мы еще в Москву полетели на них. Представляешь? Это в свое время, я помню уже, когда я уже занимался джазовой музыкой, приехал, по-моему, в Ленинград, да, в Ленинград, приехал Дюк Эллингтон. Ты застал? Оркестр, все. Но я, к сожалению, не попал, у меня не было возможности. Стас туда, Бережнов летал, по-моему, Олег, ага. Тергалинский, еще кто-то. Они постарше были, у них была такая возможность, они летали туда и слушали вживую.